Доброе утро, я Кристофер Данч. Сегодня мы оперируем Роуз Келлер. Пациентка обратилась с сильной болью в спине. Диагноз – межпозвоночная грыжа. Важно сделать все максимально быстро и чисто. Закройте рты и слушайте внимательно. Начали. Доктор, слышал, вы просматривали данные по операциям Данча? Сэр, сильное кровотечение. Сосредоточься на работе. Как пациент? Отлично. Здесь кровотечение. Займитесь им. Так никаких осложнений? У меня такого не бывает. Не могу переварить. Словно он знал, что должен делать. И делал с точностью наоборот. Я предупреждал на его счет. Что он сделал? Дороти Бёрк пришла сюда на своих двоих, а теперь мертва. Малоинвазивная операция. Теперь у него квадриплегия. Трудовая этика безупречна. Тед Банди тоже на службе отличился. Все мы ошибаемся. Но не вы. Нет, мэм. Данч убил уже двоих. В Техасе казнили за меньшее. Со всем уважением, доктор Кёрби, но вы не знаете законы. Это вы не понимаете, кто он. Данч ни за что не остановится. Сам по себе. Вы обязаны защитить людей и отозвать его лицензию. Мои пациенты – это мое все. Чем дольше я тут, тем больше они страдают. Вы слышали этих людей и видели, что он делал с ними. Клянусь, я сделаю так, чтобы это не повторилось. Отберете техасскую лицензию, останется целый мир. Система сломана! Есть предположение. Крайне радикальное. Он либо самый некомпетентный хирург за всю мою практику, либо же он просто... социопат. Доктор Смерть.